масочку надо. Карточку возьмем. Ой. Сейчас одну карту возьмем. Блин, я даже боюсь маме звонить, спрашивать, что ей взять. Потому что она сейчас расстроится, скажет, я на диете. Мне вообще есть это не надо. Ну, раз ты хочешь, давайте поедим. Я не хочу маму тоже. Ой, сейчас, секунду. Карту на этике уже потеряла. Пойдемте в KFC. Блин, надо сумку с собой взять. Из-за этой маски еще она еще как это. Короче, блин, поднимается, еще глаз не видно. Точнее, глазам ничего не видно. Так, где у нас тут вход? Можно, пожалуйста, острые крылышки и ножки? Ножек нет, а только крылья. Ну, давайте только крылья, только, ну, чтобы острые были, и там, ну, я не знаю, там, картофель фри, чтобы что-то такое есть. Ну, отдельно. А, то есть нет такого ведра, чтобы все там было? Ну, давайте отдельно еще. Нет, есть, знаете, какое там, 5 крылышек, 5 стриксов и стандартная картошка. О, давайте вот так. А острое все, да? Нет, крылья жарят. Стриксы оригинальные будут. Не, не надо. Тогда вот одни крылья и отдельно картофель. А сколько крыльев? А я не знаю, сколько у вас есть. 12, 20. 12 давайте. 12 крыльев и большую картошку, да? Ага. Соус нужен? Соус? Да нет. С собой? С собой. Карта? Карта. Рассказал бы. 478 рублей, короче, оплатили. 50 минут стоит подождать. Присядь. Девочки, какая разница, с какой стороны маска, потому что она и так вас ничего не защищает. Не нужна стрелять. Че у нас нельзя? Опять кушать хочешь? Ну, я только завтракала. Логично, но все, кушать хочешь. Обед уже прошу. Привет, аппетита, спасибо. Не, в KFC зашла. У меня тут мех такой, я прям как это, сутенерша. Маленький ребенок, мало ест некогда. Да. Челябинск, Витебск. Это KFC какой? Зарплата в KFC пишут от 32 тысяч в месяц из премии. Значит, кто хочет работать? Если зарплата 32 тысяч.
Да нет, я ржусь, я живу. Нет, я придерживаюсь правильного питания, но если распитель это хочется, то какой-то такой химии, то можно себе позволить. Чем ходить еще месяц думать об этом. Мех всем к лицу, совершенно верно. Спасибо за комплименты по поводу бровей. Добрый вечер с Ташкента. Да, с голодом можно Продолжение следует...
Спасибо. Все доброго. Ой. Ладно, не упасть теперь. Обалдеть, сейчас увидишь, что я купила. Ты что, вообще, что ли? Она просто тоже очень любит это. Надо еще съесть, пока Фая не приехала. Все съесть. Быстренько. Ой, ужас. Аж плохо на лице с этой маски. Прям плохо. Хочется это лицо все умыть. Что сейчас, собственно, приду домой и сделаю. Мне сейчас с бутылкой воды идти. Ребят, просто дождь идет. Просто дождь. Так, надо бы тут развернуться. Да ёпарас это. Вот, все, разобрались. Ой, как пахнет. Я уже готова этими грязными руками есть. Был бы хотя бы антисептик, у меня его нет. Тут уже закончился. Спасибо. Вот пидорасина. Вот едет, подсекает, и все равно придется опять заперся в наряд. Вообще сумасшедшие люди, не понимаю. Едет в телефоне чуть. Как я прям. Так, может, Экомаркет половину после рекламы забирает обратно. Что за чушь несете, я вообще не могу понять. Как у вас язык такой поворачивается, вообще мысли такое придумать, я понять не могу. Я заказываю в магазине, делаю магазину рекомендацию, Экомаркет мне просто скидочку делает очень приятно. Ну и все, собственно, я показываю, рассказываю, какими продуктами мы питаемся, что у меня дочка любит, что она мне кушает оттуда. Это реально самое крутое питание. Тем более я это делаю обзоры для вас, потому что многим нравится и просят, уже ждут даже там, что, какие, ну, когда новые обзорчики будут. Тем более очень по моей рекомендации люди прям любят покупать там продукты, потому что они действительно крутые, натуральные. Поэтому не пишите даже вот этого бреда. Кто у меня может забрать продукт? Фу, блин, просто не, я не понимаю, в каком мире живу. Я сама покупаю за свои личные деньги, мне просто делают скидку и все. И рекомендую те продукты, которые реально очень крутые, не то слово. Где реально все домашнее и фермерское. Да пошла ты, сама иди. Тон попроще, иди нахуй, тон попроще. Больные люди вообще просто. Ко мне в эфир пришла, и не одна рассказывает, ну как мне себя вести нужно. Две написали курицы. Ужас. Так, что, и куда нам встать? Негде. Негде. Маме встать. Вот туда можно попробовать. Мне кажется, там не вмещусь. Почему боишься ответить про свою... Я не боюсь ответить на эти вопросы, отвечать. Это моя недвижимость, девочки. Вам вообще какая разница, чья это недвижимость? Где Женина недвижимость? Я просто не понимаю, ну для чего вам это знать? Это вот, а сколько там денег дает Женя? А какие алименты он там платит своему сыну? Ну это вообще никого не должно интересовать. Я же к вам не лезу, не спрашиваю, какая у вас там недвижимость вообще? Сколько зарплата у вас? Ну, вижу какие-то вопросы, которые, ну, некрасиво как минимум спрашивать.
Я вам скажу, чтобы вы отстали от меня. Все мое. И не лезьте ко мне с этими вопросами. А там уж как хотите, так и это. Обмусоливайте. Только у меня это не надо обмусоливать. Ну, правда, уже грань иногда переходит. Вы меня сейчас спросите, когда у меня по каким дням месячные идут. И как вообще в постели дела, я не знаю. Ну, уже такие вопросы интимные, правда. Прекращайте. Ведет себя как звезда. Иди нахуй, звезда, пизда. О, Стасик Михайлов пишет. Стасика Михайлова я вот за версту слышу. Сейчас я вот эту вот курицу заблокирую, чтобы все видели. Веди свой блог. Иди нахуй. Но машину еще не выбрала, девчонки. Думаю еще. Так. В натуре, когда у тебя месячная? Вот скоро должны прийти в натуре. Красотуля, спасибо, лапушки. Так, это не Фаечка приехала. Блин, ну вот тоже место, ну как-то вот маленькое место. Так. Жешка, ты супер, спасибо. Зайду просто, или давайте вместе запаркуемся, просто ничего не видно. Вот прям вообще совсем. Все ж камеры за это запачкались. Ничего не вижу. Отлично. Тут же проезд будет. Ладно, давайте, знаете, что как сделаю? Подъеду туда, и меня парень припаркует. Это что-то нехорошо будет. Мне вообще не понравилось так встать. Такое ощущение, что я это место закрываю. Проезд, да. Начинаю до этого сейчас развернуться. Плохо, когда нет своего уличного паркинга. Ну, вот в вот этом плане. То ли удобно. Да ты приехал, на свое местечко встала. Все. Сейчас нас поставят. Блин, еще в магазинчик надо забежать, воды купить. Добрый вечер. О, мальчик вышел. Шикарно сейчас у нас припаркует. Такой мальчик хороший, воспитанный, такой аккуратненький, все это вот. Беру, припаркуйте так, пожалуйста. Сейчас он скажет, чтобы с коляской аккуратнее идти. Можно быть Мерседес или вон чуть дальше, можно передом заехать. Вон, видите, белый джип, кстати. Так, можно еще раз куда? Вот сюда? Мерседес задом, как всегда. Задом.
Да, ага. Я помогу. Или туда дальше вот перед просто заедем. Где джип белого слева? Вот слева. А, и туда я в угол встану, да? Не, не в угол. Ну, вот по этому ряду. Последняя по этому ряду. Ну, или последняя, да. Или все, вот. Я тогда последняя по этому ряду встану. Давайте. Спасибо. Саша, спать пора, а то ёлку еще не наряжала. 7 часов. Куда? У меня только жизнь начинается в 7 часов спать. Ой, блин, как же KFC пахнет в машине. Передать не могу этот запах. Зараза. Этот вкусный, незабываемый запах. Остренько. Нет, Женя не предлагал брать дочь погостить, и я не отдам дочь погостить. Зачем мне это надо? Я же не знаю, где он там живет, в каких условиях, с кем, что же. Там. Друзья какие-то приходили, зачем мне это надо. Да и он, я думаю, не возьмет, потому что, понимаете, это какая-то супер ответственность. И... Поэтому нам очень удобно, когда он сюда приезжает и на весь день с ребенком. Это вот прям наша история. А как куда-то отдавать в другой город малышку свою, я не готова. Если вырастет, да, когда уже взрослая девчонка будет, а так... Не хочу. А, ребят, я не могу, я сейчас с ума сойду. Безумно вкусно. Так я повеселилась, захожу. Ну, это же хорошо. На дом 2 иди. Мужика тебе найдут. Жатва на халяву. Не надо, спасибо. Интересно. Сама пойди жениха найди себе там. Да побогаче. И колбаску поешь халявно. Хоть раз в жизни. Вот так везение будет. Да? По номеру телефона могу перевести? Не, ребят, я... Короче, решу. Сейчас я за водой не пойду в магазин. Я пойду домой. Я съем вам свой KFC. И потом за водой пойду. Сама там была на доме. А сейчас еще что-то не нравится. Ну ты вот скажи мне, дура, вот чем ты слушаешь? Ноздрями, я не знаю, там, пупком. Я что, сказала, что проект какой-то плохой, дом 2, или что? Я никогда про проект плохой не говорю. Просто мне туда идти не нужно. На данный момент моей жизни. Я сказала, ну, кто написал это, чтобы я туда шла. Говорю, мне это не надо, сама пойди колбаски поешь. Ну, вот в чем вот я не могу понять. Вот еще вопрос, можно быть. Неужели люди вот хотят... Не знаю, ладно. Так, Саша уже переросла проект. Ну, уже взросленькая, мне кажется, конечно. 25 лет. По молодости оттусила, погуляла и шикарно, и хватит. Поработала. Ну, в первую очередь это была работа, то есть я туда не шла тусить там, да? Но сначала как потусить так на недельку-две, а потом уже как ну, зарплата нормальная, меня начала устраивать, все, я осталась. Вот, но начальство всегда знало, что я никогда не зависима была от этого проекта, я никогда не держала за это место. Ну, как-то вот у меня в этом плане нормально все было. Никогда не держала за эту колбасу, и все остальное мне было всегда куда пойти, чем заняться и тому подобное. Но проект я очень люблю, правда, я проекту за многое благодарна. Вот поэтому, я же говорю еще раз, я никогда про проект плохой ничего не говорю. Зачем? Это классно. Спасибо.
Ну, дед. То, что вы уже не помирились. Да, вы очень супер. Спасибо. Ключ надо достать. Я не люблю, когда руки заняты, короче. Надо то сделать. Все время тут страх уронить. Вот это вот добро уронить. 5 или 6 лет. 5 лет у меня стаж вождения. Подъезда нельзя было припарковаться, но если ты хочешь припарковать меня у подъезда и найти мне место, объездить 10 кругов и, ну, не знаю, наверное, выкупить какой-нибудь участочек такой для меня специально для моей машинки, то пожалуйста. Ну вот. А что здесь?